Руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии священник Аркадий Маковецкий встретился с жителями Владимира на площадке штаба общественной поддержки. Темой беседы стало почитание Пресвятой Богородицы в учении Православной Церкви. Один из главных вопросов был посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Батюшка объяснил верующим семантику слова «Успение», а также почему православное вероучение основывается не только на книгах Евангелия, но и на священном предании, записанном святителями первых веков христианства. Само слово «Успение», оно близко как бы переводится на русский язык как «успокоение» или «упокоение». Оно несет такой очень спокойный, переходный смысл от жизни временной земной к жизни вечной небесной. А вот слово «смерть», которого мы все так боимся, оно очень такое резкое, как удар гильотины. Только что ты был живой, и через секунду ты уже не живой. Поэтому вот это осмысление отношения к смерти, отношение к переходу нашей души в вечную жизнь, это тоже один из аспектов как бы объяснения этого праздника, Успения Пресвятой Богородицы. В процессе общения священнослужитель также ответил на многочисленные вопросы аудитории. Полученные знания обязательно пригодятся слушателям в их духовной жизни, уверены организаторы мероприятия. Беседы со священнослужителями здесь будут проводиться регулярно. На мой взгляд, очень важно обращаться к такой медиаторской, с этой точки зрения, функции церкви, при котором она может примирять разные стороны между собой. Ну и в целом, я уверен, если у человека есть какие-то различные жизненные проблемы, то я уверен, он может обратиться в церковь, там ему помогут и не откажут.